Владимир Ильич, как вот это победить все? Снимай с реализации. А вот булочка, когда она приготовлена? Сегодня руками не берите. А где тут? Что-то нету информации никакой. Нет, там информации не будет. А где она информация? Так и надо, как узнать, что он свежий? Не трогайте руками. А как узнать, что свежий? По-другому-то. Девушка, вы куда убежали-то? Не трогайте руками. Не трогайте руками. Нету даже. Вы что вы делаете? А дата разморозки я не вижу. Смотри, вырывает из рук вырывает. А зачем вы его мнете? Оставьте, пожалуйста. Смотри, смотри, что вытворяет. Это комедия. Не трогайте руками. Не трогайте руками. Дефрактация отсутствует. Владимир Владимирович, покажи на камеру. Дефрактация отсутствует. Снизу дата разморозки. Информации никакой нет. Руки трясут, скажет, бухал. Хотя не пью уже 17 лет. Липкая. Не трогайте руками. Вас не смущает, что вот это берете щипчиками? А что это? Ну вот я вот, допустим, зашел, потрогал. А мягко, зачем мягко. Вы это делаете? Вот так вот, так, вот я это потрогаю. Вот это потрогаю, нет? А мог бомж дойти, извините, между ног почесал, а потом потрогал булочки. Вас вот это не смущает вообще? Вас не смущает вот так покупать? Я думаю, это не... Откуда вы? Ну почему вы так думаете? Женщина, завтра будут булочки лежать нормально, упакованные завтра будут. А, упакованные? Да, завтра. Вот сейчас мы все снимем, а завтра будет все хорошо. Просто если мы этого не сделаем, завтра ничего не изменится. Вот пока мы вот это не сделаем, завтра ничего не изменится. Вот завтра придете, будет все хорошо. Давай, вызывай полицию и да, все, да. Ну, да. Просто они будут ехать долго, а мы сейчас переговорим с руководством. Если они признают под видео, то, соответственно, полицию отменим. Здравствуйте. Масло вас беспокоит. Нам бы участкового. Ну, все как раньше. Все просрочено. Да, в большом количестве. Оказывается, так все. Все упало, все упало, все убирают. Все торопится быстрее убрать. Ну, как-то так. Да. Все то же самое. Не упаковано это нельзя продавать в таком виде, если человек может сразу кушать. Так же, как финики. Вся грязь, вся пыль сюда летит. Просто люди ходят или подметают. Коробок слишком много. Владимир Владимирович, надо сюда. В одну коробку продавать это уже нельзя. Только утилизировать, так что мы все это утилизируем. Вот она стоит. Ты видишь ее, нет? Вот. Ну что там, никто не идет, никто не хочет там идти. Пока ищем директора, может быть, что-нибудь еще найдем. Смотри. Просрочено? Нет, оно, во-первых, вот это так. Оно несколько раз разморожено и заморожено заново. То есть оно плоское, оно не круглое. Его разморозили. Такое продавать нельзя. Это вообще вскрытое. Здесь то же самое, все мятое. Вот, прилипшее что-то. Вот в таком состоянии продают. Замечательный магазин. Это просто жесть. Нет слов. Меня зовут Владимир, вас как зовут? Сабина. Сабина, смотрите, мы вызвали полицию, но если вы сейчас признаете правонарушение, мы поясним, в чем заключается, и пообещаете, что к завтрашнему дню вы это все устраните, мы полицию отменим. Значит, в чем заключается правонарушение? Нарушение технического регламента Таможенного союза и санитарных норм. То есть хлеб, который продается в открытом доступе для посетителей, не может быть продаваться без потребительской упаковки и маркировки. Да, я знаю. Знаете. То есть да. Вы знаете, что так делать нельзя, и да. Это продолжаете делать. Обещайте, что вы исправитесь в следующий раз. Завтра мы, предположим, придем, этого не будет. Обещайте. Да, да. Так, по поводу мороженого поясни. А, посмотрите, как вы, какой замечательный у вас мороженое. Девушка вставляет. Вы, так, смотрите, оно несколько раз замороженное, перемороженное. Вы когда она, нет, она ничего не выставляла. Вот открытые.
таком виде нельзя. Это просто снять с продажи и все, как бы это не отвечает лежащему. Там даже видно, что оно размораживалось один раз. Денис, я тебя перебью. То же самое, смотрите, про хлеб мы вам рассказали. И также товар, который вот там орешки такой, то, что на развес, тоже должно быть упаковано, иметь маркировку. Вот это тоже надо устранить. То, что непосредственно... Товар, который не подлежит перед употреблением мытью и химической обработки, должен быть упакован и промаркирован. Обещаете? Сабина, да? Сабина, значит, на будущее просьба такая, когда вас просят покупатели выйти, да, постараться это сделать как можно быстрее, чтобы мы не тратили ни ваше время, ни мое время, ни сотрудников полиции, которые едут. Все, я считаю, можем отменить. Да, полицию. Сейчас я отменю. Все, отменяй полицию. Ну и с баночкой. Баночки стояли спереди. Это не человеческий фактор, где они не заметили их, да? Нет, нет. Это надо уронить не на пол. А выпрямлять не надо, такое нельзя продавать. Еще где-то там одна баночка лежит. То есть вы поняли, ладно, все, что непосредственно пища употребляется, ложим. Надеюсь, это не появится не на продаже. Все это утилизируете. Накажете того человека, который виноват, там зарплаты как угодно. Потому что кто-то виноват должен быть. Понимаете, не обвинить кого-то невозможно. Может быть, вы виноват, я ж не знаю. Но кто-то дал указание выложить. Кто вам дал указание не упаковывать? Вы же говорите, что вы знаете, что надо упаковывать. Не, ну вы говорите, что вы знаете, что должно быть все упаковано. А почему это не делается? Нет времени. Понятно. Ну, понятно. Я вам открою секрет, у всех нет времени. Вот дефицит времени у всех, даже у меня. Все, Сабина, всего хорошего. До свидания. Все, приятно, что вы адекватные оказались.